Оперативно отреагировать на утечки воды помогут гидрогерои. Это мобильное приложение, совместная разработка общественного объединения IDEA, открытого акционерного общества АЗРСУ и Министерства экологии и природных ресурсов. Идея приложения заключается в том, чтобы сократить потери в системе водоснабжения. Для этого необходимо загрузить гидрогероев на телефон и пройти регистрацию, после чего можно заявлять об утечке, нажав нижнюю кнопку и заполнив все поля. Из-за возникновения неисправностей в водной распределительной сети питьевая вода в большом объеме вытекает на улицы, тем самым не доходит до потребителей. Так теряются как средства, потраченные на очищение воды, так и портится общественная инфраструктура, которая несет большие убытки. К тому же в связи с глобальным потеплением прослеживается еще большее сокращение ресурсов питьевой воды.